красавчик на папиной машине. Быстро едет по проспектам городов счастливых. Будущие глядя через банковскую карту. Мальчик подрастет и станет новым олигархом. Привет, привет. Я в Гуччи, я лучше. На Гавайях жарко, как от его рассказов. А что ты сегодня делаешь? Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Суки ожидают, что когда-то я расслаблюсь. Но у меня нет крутых друзей и нет крутых родителей. А я хочу ее, если хочу, то буду. Ах, мальчик, красавчик, столько девушек вздыхает. Проявляешь интерес, пишешь сообщения в ЛС. Кто такая бич? Твои зеленые бумажки летят в ее карманы. Твой черный BMW возит ее по ресторанам. Твои белые цветы разбросаны по ее хате. Ты боишься, что ей мало и когда-нибудь не хватит. Точно во всё моя вина. С другими, а ты дома одна. И лишь теперь я понимаю всерьёз, что я совсем не стою твоих слёз. Я слишком поздно поняла, что ты герой не моего романа. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, так как в предыдущих 4 сериях «Песни в реальности» я показала то, что может случиться с девушкой-стервой. Ну а сейчас подумала, что просто необходимо показать то, что может произойти с мальчиком-мажором. Ставьте пальчики вверх, как обычно набираем 10 000 лайков, и я выпускаю продолжение. Ну и всем пока!